Вот, значит, сейчас я перепрыгиваю, смотрите. Я в упор не понимаю, вот зачем поднимать вот эту крышку. Зачем? Подожди еще раз. Вот я сюда забрался. И что? Вот куда? Куда здесь? Стоп, стоп, стоп. Нет, так не годится. Какой смысл в подъеме этого лифта, друзья? Вот я прыгаю вниз. Ничего. Смысла тут никакого в этом нет. Сюда я не пропрыгну. Вот в этот. От взрывов тут нигде не укроешься. Дверь-то закрыта. Так, откуда я пришел, в принципе-то, кстати? Откуда я сюда пришел? Хороший вопрос, кстати. Подожди, стоп. Стоп! А может, отсюда надо сигать туда? Подожди. Это вариант. Это единственный вариант. Так. Не, мы так не сиганем. Видишь, там сзади вот этот у меня стоит. Не сиганем, наверное. Наверное, нет. То есть надо вот отсюда сигануть, вон туда перепрыгнуть. И мы не перепрыгнем. Мы не перепрыгнем. По крайней мере. Ну и что нам это даст? Там вот это все равно испорчен. Видите, моргает светофор. Мое. Нет. Вариант какой? Вот это подвинуть. Он не двигается. Вариант вот это подвинуть. Да, видишь, он двигается. Он двигается, так. Так, спокойно. Сейчас мы все устроим. То есть мы спрыгнем на него. А с него мы уже перепрыгнем вот туда. Но это ничего нам не даст, потому что там светофор все равно испорчен. Понимаете, в чем дело? Но я просто не в другого варианта. Зачем вот тот подъем нужен, вот этот? Я просто другого варианта не вижу. Никакого. Так, это тут мерзкий, мешает проехать. Давай. Так. Так. Я не вижу другого варианта, ребят. И главное, что, смотри, мы можем одну, да, подвинуть, но вот мы ее подвинули. Так, это мы не можем двигать? Не можем. Хорошо, ребятки. Пробуем. Хорошо. Я просто другого варианта не вижу. Никакого. Так. Теперь. Тихо. Так. И теперь мы разбегаемся и перепрыгиваем, да? Так. Ну и что? Сейчас она не сработает. А, сработала. Готовим оружие. Сохраняемся. Ага, это чей труп? Так, ну мы неплохо поиграли. Все-таки мы выход нашли, ребят. Я всем желаю хорошего вечера. Ой-ой-ой-ой, это что? Фу. Давайте все, потом допройдем.